Приветствую, друзья. Как меня слышно, видно, поставьте плюсики, смайлики, улыбки, обратную связь. Отлично. Да, вот такой вот сегодня у нас отличный промоушен к сегодняшнему тренингу. Тренинг называется у нас «Хитрая арифметика». И начнем наш тренинг. Желательно взять всем в руки ручки, листочки, тетрадки, ежедневники, калькуляторы. Кому непонятно, реальные деньги. Сейчас будем много считать, экономить. Готовы? Ну тогда поехали. Так, я увеличу сейчас. Данный тренинг будет интересен как мужчинам, так и женщинам. Все пользуются косметикой, средствами гигиены, чистят зубы, умываются и так далее, пьют витамины. И вот сегодня мы хотим посчитать, как можно сэкономить на покупке продукции Oriflame в каталоге. Мы составили примерный список продукции, который нам необходимо купить. Он сейчас у вас на экране. Шампунь, кондиционер, гель для душа, гель для интимной гигиены, зубная паста, зубная щетка, мыло, парфюм, помада, тушь, BB-крем, крем для лица, крем для рук и витамины Wellness. В зависимости от разницы мужского или женского набора, здесь немного будут изменяться наши наименования. Для мужчин это пена для бритья, после бритья, гели все различные, крема также для лица, средства по уходу за волосами, за бровями, бородой и так далее, ремни. То есть наш примерный набор продукции будет стоить 6300 рублей. Мы специально дешевыми средствами здесь, дешевые средства не считали, брали подороже, мы себя любим, поэтому на себе не экономим. И наша основная задача данного тренинга будет, как купить данный набор ценой 6300 рублей с продукцией Oriflame по ценам каталога, потратив при этом всего 1800 рублей, по 600 рублей в каталог. Скажите, пожалуйста, 600 рублей для вас сильно значимая сумма? Располагаете такими средствами в каталог? Уверен, что вы намного больше тратите денег на средства личной гигиены, косметику. Конечно, 600 рублей для всех адекватная цена. И данный тренинг будет очень полезен новичкам, потому что здесь мы рассмотрим сейчас все выгоды, все фишки, бонусы, премии наших новичков. Готовы? Калькуляторы включили? Карандаши заточили? Ну, теперь начнем. Шаг номер один. Как сэкономить? Становимся консультантами компании Oriflame. И наши затраты сразу уменьшаются на 18% или 1150 рублей. Итого наша корзина уже по дистрибьюторской цене будет стоить 5150 рублей. Я извиняюсь, здесь слайды немного съехали. Комната, шрифт немного искажает, но все главное понятно. Итак, запоминаем цифру, записываем, что стоимость корзины для нас уже 5150. Пока всем понятно.
Как вопросы будут у кого возникать, сразу пишите, потому что очень важно разобраться в данных расчетах. Один раз разобраться, и все станет понятно. И вы сможете дублицировать данную информацию уже своим новичкам. Шаг номер два. Покажите каталог своим друзьям, своим родственникам, знакомым. Из всех просмотревших каталог 5 человек сделают у вас заказ примерно на 600 рублей по ценам каталога. Примерно на ту сумму, на которую мы и сами планируем сделать заказ. Ваша прибыль в данном случае составит 540 рублей. 540 рублей – это та прибыль, разница 18% между ценами по каталогу и дистрибьюторской цене для тех людей, которые сделают у вас заказ. Вычитаем из нашей цены корзины 540 рублей. Итого корзина для нас становится стоимостью 4610. Надеюсь, пока все понятно. Продолжим дальше. Делаем заказ в первом каталоге на 100 баллов. Стоимость заказа по дистрибьюторской цене составляет 3600 рублей. Это 100 баллов, бонусных баллов. Из этих 3600 рублей заказ друзей составляет по дистрибьюторской цене 2460 рублей. Сюда прибавляем наш личный заказ 600 рублей, который мы планировали потратить каждый каталог на протяжении трех каталогов. И используем скидку 540 рублей, приобретая на нее продукцию для себя из той же корзины. Напоминаю, скидка 540 рублей – это та скидка, та прибыль, которую мы получаем с показа наших каталогов. Вычитаем еще из стоимости нашей корзины 600 рублей, которые мы потратили уже в первом каталоге. Итого, оставшаяся часть корзины – составляет 4010 рублей. И как вы уже поняли, сделав заказ на 100 баллов, новичок получает кучу бонусов, премий. И давайте разберемся, что это за бонусы, премии. Скидка 50% на любой продукт по программе «Счастливые дети, счастливая ты». Условия программы я сейчас озвучивать не буду. Все, надеюсь, уже знают. Еще одна скидка 50% уже на любой продукт, включая wellness, по программе «Добро пожаловать» для новичков. Данную скидку мы в последующем используем для покупки витаминов wellness. Следующий наш бонус – 200 рублей по программе «Добро пожаловать» для новичков. Все то же самое за прохождение первого шага стартовой программы. Набрав заказ на 100 баллов, мы получаем 100 баллов лояльности. А это возможность приобретения продукта стоимостью примерно 300 рублей. И за заказ в 100 баллов – получаем примерно 200 рублей в качестве скидки по программе «Вау-лето». Сейчас все эти цифры я отображу на слайде. Будем дальше вычитать. Итак, напоминаю, мы остановились на цифре 4010 рублей. После того, как сделали свой первый заказ в первом каталоге. Вычитаем отсюда. Скидку 50% мы используем на покупку парфюма. Примерно 400 рублей мы тратим на парфюм. 400 рублей мы вычитаем. Если брать парфюм примерно за 800-900 рублей, то как раз половина это будет 400 рублей. Стоимость нашей корзины еще чуть-чуть уменьшается. 3610 рублей.
Как уже говорил, вторую скидку 50% мы используем на покупку самого дорогого продукта из нашей корзины, это витаминов. Вычитаем 900 рублей на покупку витаминов. Итого у нас остается уже стоимость корзины 2710. Вычитаем скидки по 200 рублей, скидку «Вау» и скидку «Добро пожаловать». И берем продукт по программе лояльности. Тоже вычитаем сумму, примерно 300 рублей, так как мы за этот продукт уже не платим, используем баллы лояльности. В итоге, после первого каталога, используя часть вот этих скидок, наша корзина будет стоить для нас уже 2010 рублей. Никто не запутался? На данном этапе все понятно? Успели записать или пробежимся еще раз? Повторим. И тишина. Все, видимо, переосмысляют, записывают, считают. Так, Александр. Так. Еще раз и понятней. Хорошо, Александр. Начну сначала. Имеется у нас определенная корзина продуктов, которые мы составили, список продуктов, которые мы хотим купить. Данная корзина для нас стоит 6300 рублей. Первую скидку 1150 рублей мы получим, зарегистрировавшись. Для новичка, хорошо, со скидок, которые мы получили, пройдя первый шаг, набрав 100 баллов. Это последняя, верхняя справа заметка, минус 400 рублей скидка на парфюм. Я правильно понял? С этого момента еще раз повторить. Хорошо, Александр молчит с этого момента, напоминаю еще раз, повторяю. За прохождение первого шага квалификации, первого шага стартовой программы, программы «Добро пожаловать», наш новичок получает две скидки 50%, одну скидку за суммарный заказ в течение 21 дня 50%, но ей нельзя оплатить продукцию Wellness, нельзя использовать для покупки продукции Wellness. Мы ее тратим на покупку парфюма. Остальную часть от покупки парфюма мы докладываем деньгами уже в следующем каталоге. Вторую скидку 50% мы получаем за 100 баллов, за то, что стали квалифицированным рекрутом. Мы ее потратим на самый дорогой продукт, на витамины Wellness. Вычитаем 900 рублей из нашей корзины. Две скидки по 200 рублей. Это скидка «Вау» и скидка «Добро пожаловать». Итого остается 2350 рублей уже наша корзина стоит. И вместо крема для рук, допустим, или туши, вместо покупки данного наименования – мы используем баллы лояльности. Примерно 300 рублей данный продукт будет стоить. 300 рублей мы тоже экономим. Остается у нас 2010 рублей. Следующий шаг у нас. Шаг номер 3. Показываем каталог номер 2. Напоминаю, что у нас задача купить продукцию, корзину с продукцией Oriflame стоимостью 6300, потратив всего 1800 рублей. Каталог номер 2. Показываем его. Из просмотревших каталог 5 человек также делают заказ примерно на 600 рублей. И наша прибыль также составляет 540 рублей. Вот последняя заметка у нас, мы остановились на скидке в 300 рублей по программе лояльности. У нас корзина стоит уже 2010.
И вычитаем еще скидку 540 рублей, нашу прибыль. Стоимость корзины в данном случае уже составляет 1470 рублей. Делаем заказ в каталоге номер 2, также на 100 баллов. Условия все те же самые. Стоимость заказа по дистрибьюторской цене 3600. Заказ друзей по дистрибьюторской цене 2460. Во втором каталоге мы также покупаем для себя на 600 рублей и используем прибыль с показа каталогов 540 рублей на приобретение продукции для себя. В итоге, после того, как мы заплатили 600 рублей, вычитаем их из стоимости корзины, нам необходимо еще потратить, необходимо доплатить до полной стоимости корзины 870 рублей. Всем понятно? Принцип тот же самый, что и в каталоге номер 1. Так, ну раз вопросов пока нету, продолжаем дальше. И наш новичок прошел еще один шаг стартовой программы. Что он в этом случае у нас получает? За второй шаг мы получаем, наш новичок получает уже одну скидку 50% на любой продукт, включая Wellness по программе «Добро пожаловать для новичков». 200 рублей по премиум по программе «Добро пожаловать для новичков». 100 баллов лояльности за заказ в 100 баллов. Также примерно 300 рублей нам сэкономят 100 баллов лояльности. 200 рублей скидку по программе «Вау лето» Oriflame. Все то же самое, только скидка 50% у нас будет одна. Посмотрим на слайдах, на наших заметках. Остановились мы... Сейчас я нарисую. Остановились мы вот на этом слайде. Потратили себе, заказали себе продукцию на 600 рублей. И в итоге наша корзина остается, для покупки нашей корзины остается потратить 870 рублей. И теперь вычитаем все скидки, полученные нами за прохождение шага номер 2. Вычитаем 400 рублей скидку, 50%, половину продукта. Остается 470 рублей наша корзина. Две скидки по 200 рублей вычитаем. Итого уже 70 рублей стоимость нашей корзины. И вычитаем примерно 300 рублей, на которые мы обменяем наши 100 баллов лояльности. В итоге уже мы даже в небольшой минус, уже чуть-чуть переплачиваем. Минус 230 рублей. Или другими словами, уже идет у нас прибыль. Сейчас разберемся в третьем шаге, в третьем каталоге. Показываем третий каталог 5 нашим друзьям. Они делают заказ на 600 рублей по ценам каталога. И наша прибыль составляет снова 540 рублей. Все то же самое, что и в предыдущих двух каталогах. 540 рублей наша прибыль. И там у нас уже была прибыль 230. Итого наша прибыль сейчас 770 рублей. Делаем заказ. Да, Александр, важно, очень важно в этих подсчетах разобраться. Поначалу кажется, что очень все сложно. А представьте, как у нас новички пугаются и путают все эти скидки,
программы лояльности, премии, бонусы. В первую очередь нам нужно разобраться самим. И потом контролировать уже наших новичков, напоминать их, что у них есть такая-то, такая-то скидка. Продолжим. Делаем заказ на 100 баллов в каталоге номер 3. Условия опять идентичные. Стоимость заказа 3600 по дистрибьюторской цене. Заказ друзей 2460. Наш личный заказ 600 рублей. В последний, третий раз мы докладываем личные 600 рублей. И используем прибыль от показа каталогов 540 рублей для приобретения продукции себе. Прибыль с показа каталогов мы уже посчитали на предыдущем слайде, 770 рублей. И тратим 600 рублей из своих личных денег на заказ продукции себе. В итоге мы приобретаем корзину продукции стоимостью 6300 рублей. Всего за 3 раза по 600, за 1800. И у нас еще остается прибыль, скидки. Сейчас посмотрим, какие. Аналогично, как и за прохождение второго шага, наш новичок получает скидку 50% на любой продукт, включая wellness. 200 рублей премию по программе «Добро пожаловать». 100 баллов лояльности и 200 рублей скидку по программе «Вау лето». Скидка, программа «Добро пожаловать» для новичков у нас длится 3 каталога, поэтому мы разобрали наш пример именно на 3 каталогах. И теперь в цифрах, что у нас в итоге получилось. Подведем итог наших покупок в течение 3 каталогов. Как вы увидели, путем несложных действий мы купили продукцию, набор продукции стоимостью 6300 рублей по ценам каталогов, потратив при этом 1800 рублей. У нас остается 570 рублей на товарном поле. Это 170 рублей, которые остались, и две скидки по 200 рублей. Итого 570 рублей на товарном поле у нас остается. Остается еще целая скидка 50% по программе «Добро пожаловать», напомню, которую можно использовать, включая продукцию Wellness, и 100 баллов по программе лояльности. Как вам вот такая вот хитрая арифметика? Мы купили набор продукции за 6300, потратили 1800, и посмотрите, сколько денег, сколько скидок у нас еще осталось. Супер, правда? Разберитесь, пожалуйста, в этом сами и информируйте об этом всех своих новичков. Ведь уверен, у каждого есть люди, сталкивались с такими людьми, которые отказываются от продукции, от каталогов, от просмотра даже каталога, отвечая, что у вас все дорого, у меня нет денег на продукцию. И вы на листочке буквально за 5 минут показываете им, что они не правы. Если у них нет денег, то вот путем всего лишь показа каталогов, 5 каталогов, 5 друзьям показать каталог на протяжении 3 каталогов. Да, все просто не знают об этом. У кого какие вопросы остались? У меня было очень много вопросов после того, как я увидел данные расчеты.
пока я сам не сел с ручкой и листочком, не посчитал все, не разобрался досконально, уже дошло до такого, что хотел с реальными деньгами садиться, с реальной продукцией и все высчитывать. 10 клиентов по 330 рублей. Ну, смысл получается тот же самый. Здесь даже чуть-чуть побольше. Я не понимаю. Друзья, а мы сейчас разобрали такую небольшую ситуацию без приглашений в нашу структуру, без приглашений строить бизнес, строить структуру в компании, с компанией Oriflame. Представьте, сколько еще бонусов, фишек, зарплаты будет от построения структуры. По сравнению с зарплатой от построения структуры, данные все экономии, это все мелочи. Делаем акцент на бизнесе, на построении нашей структуры, нашей, вашей, нашего новичка. И помогаем разобраться с совершением заказа. Да, запись есть. Я сейчас делаю. Уверен, вы пересмотрите, дадите своим новичкам посмотреть. У кого какие вопросы по данному тренингу? Мы уложились всего за 30 минут. И сэкономили кучу денег. Пока не переварилось. Проработайте тренинг еще раз. Сейчас запись обработаем, загрузим ее. Разок еще раз послушаете. И сразу все понятно будет. Обязательно записывайте, пересчитывайте все сами. Чтобы у вас не возникло потом проблем с объяснением вашим новичкам данной информации. Спасибо большое за присутствие. За обратную связь. Надеюсь, данный тренинг поднимет нашу активность, нашу и вашу. Кому непонятно, звоните в скайпе. Объясню еще раз. Всем спасибо. Удачи. Пока-пока.